Асуд. Куда ты запустишь? Я забафлю кулаки. Здесь меня ничто не ограничивает. Законы вашей драгоценной реальности тут ни при чем. Это я, главный. Ром. Смотри, треугольника с... Попробуйте притянуть ДК. Под лицо.
Подвалиться. Отлетели. Кучка, кучка, сидим, стоим. Отлетели. После этого полетит. Отлетели. 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 Прочитать это заклинание.
Зелье. Зелье. За 30 секунд. Не знаю. После этого отлетать будем. Он в версе, поэтому босс, отлетаем сразу. 3500 у босса. Блять, давай ГП уже, ну реально это не прикольно, когда люди щит не прижимают. Ну бред же. Вот он там, блядь, Биг Вар сдох от этой херни, Нави сдох от этой херни, там, блядь, и я остальных не видел, там дохерища всех. Там у нас просто от лучей сдохло 12 человек, 12, нахуй. Блядь, ты крыса, сука, ты смотри какой, а, блядь. Заметил, нахуй, за собой, блядь, посмотрел бы. Вот я так не люблю, когда люди так делают, это пиздец, нахуй. Ребята, совет, когда не кастуйте дыхание до того момента, пока он не сделает свой каст. Когда начинает типа на вас смотреть. Видите, что он просто прокастовал свою линию, получается, свое оружие. Тогда пишется, на кого он смотрит. И видите, что он на вас не смотрит, сразу езжайте и дыхание. Вот и все. Просто зря не лезайте в свои габилки и все. Вы без ДБР показываете. Типа мы в будущем ведем рис. Слышь, пацаны, я там смотрел, там по 30 стаков кто-то по 25 набирает. Вы по сколько? По 3 собираете компо-поинты? Или по 2, или по 5? По сколько сливаете? Вот, кстати, за эту тему, да? Смотри, я потестил по 2 и по 3. По 2 набираешь стаки быстрее. Но, когда смотрит на вас, по 2 стака ты не успеваешь набрать стаки на защиту, да? А потом обратно стаки на этого, на босса, как сказать, на дамаг. Короче, получается так, что если ты по 2, то быстрее накапливаешь стаки, но ты их потом просираешь.
Да причем можно и по 5 стаков. Я делал постоянно в этом бою. И по 5 не надо. Я защищал. Не, я защищался как раз, набирал по 20 стаков со время. И они не проходили. Зачем по 5? Урон не увеличивается, увеличивается только время. Главное, по 2 не делай, на самом деле, когда начинают смотреть, сбивается всегда. По 3 оптимальный вариант. Да, по 3 оптимально, потому что ты первый раз делаешь 3 раза это, выстрелил, 3 раза щелкнул, и уже он начинает дышать. Либо ты прожимаешься на защиту, либо ты стреляешь по новой. И так каждые 2 очереди он дышит в кого-то. Так, знаете, причем, кстати, вы, возможно, на защиту ты прожимаете, но прожимаете вы... Когда? Если вы прожимаете, когда он кастует еще, то смысла в этом нету, потому что там всего 5 секунд у вас баф висит. Типа вам нужно накопить стаки, есть надпись, он смотрит на вас, и вы смотрите на каст. Когда каст заканчивается, вот тогда вы нажимаете пятерку. Я просто заметил, ребята реально спешат. Они, получается, собирают стаки, сразу и пуляют. И не ждут, пока босс свой, запустит свою обилку. А я жду, получается, до последнего, и нормально. И стаки на стаки, и на защиту ухожу. Я, кстати, еще что делаю. Я после того, как вот он смотрит на вас, да, я в один раз сделал... Помните, я умер? Это я что сделал? Он смотрит на вас, я такой 1-1-2, ну, чтобы вернуть свои стаки, то есть не потерять стаки, да? И он опять смотрит на меня, и, естественно, у меня 0 энергии. Вот я и умер. Ну, там, конечно, да, если бы меня захилили, я бы не умер, потому что я все равно щиток успел поражать, но такое, там прям на грани. Короче, хилы виноваты. Ну да, в целом, да. Не то, что я стакер, то есть, ну, слакер. Ну вот смотри, блядь, что лучше? Или ты сдохнешь, когда 3 минуты еще нам бить босса, или ты потеряешь 20 стаков, ну или 15 стаков, сколько там, потеряешь 15 стаков и заново будешь их накапливать. Что лучше? Естественно, блядь? Лучше, чтобы я выжил. Прикол в том, что я в тот момент просто не подумал об этом. Вот. А если все будут думать, что выжить надо сначала, а потом уже ДПС давать, то тогда будет видно, блядь. А если весь день 25 человек выживет и берсак будет, уже можно будет смотреть в рекаунт, типа, кто хуйней занимался, кто хилил, кто стакал, кто просто висел в воздухе, блядь. Блядь, игра для детей 12 лет, блядь, ребята. В целом, да, я ее с 12 лет и играю. Этот, кто он там? Эрдру, это ДЦ, Шаман, вы как там, блядь? По КД будете падать до сих пор? Как-то там раздупляетесь или что? Или у вас что, блядь, не показывает желтую надпись? Вы ее хоть увидели? Сколько раз еще надо упасть? Кстати, шкаф, кто есть. Златный живой. Вас, блядь. Как ты пуло сдох? Ну пиздец, вообще. Ну ты вас же тактику объясняет, он уже не первый раз вижу, как не прожимается и падает. Вас, ты в курсе там щит прожимать? Ты аддон можешь скачай. Скиньте аддону, кто качал, блядь, вот этот ДБМ Сируса, блядь, который у кого архив лежит. Или мне это скинуть? Кто-то может скинуть? Да я скачивал, он мне не помогает, я просто на вот это вот, то, что посередине экрана вылазит. Что-то скидывали, не? Ну, вот, Да. Ну смотрите вот эти желтую надпись, блядь, чё вы, блядь? У нас же появляется там еще звуковая такая хуйня оповещения, блядь.
А вот, например, у меня ДБМ не стоит. Ну, у меня ДБМ стоит, но надпись посреди экрана не появляется. А появляется только в малюсеньком чатике, там, где вот гильчат и вся эта фигня. Ну, зачекать это вообще, ну, Unreal в бою. Я всегда ориентировался, например, по того, что когда он в меня уже дышит. Но я вот первый раз упал за последние 4 КД. Я ориентируюсь в последнее время на ДБМ, на надписи, на кого он уставился. И если я вижу, что меня там нету, то я кастую двойку. Но прикол в том, что у этой надписи есть задержка по сравнению с надписью «уставился на вас». То есть там среагировать надо мгновенно. Ну вот, походу, у кого эта надпись, блядь, а желтая нету, или они ее проебывают, не смотрят нихуя. Они не успевают реагировать, блядь, издыхают. Да. А как их захилить? Может, 10 хилов тогда хилить будет? Не-не-не. И пошли. Потому что креветка тут, он говорил на 15, на сколько момент зайдет. Чек на пул тогда. Какой чек на пул? Чек на присутствие. На пул. Ставлю рыбу. Подходите уже все там. Вон, блядь. Сейчас еще и ждать АФК. Турбоёжик, Нави, Роланда, Вас, Эрдру. Вот хилы падают, блядь, и все, и надо кому-то хилить. Потому что если два хила упало, блядь, в три они там нихуя не сделают. Так, турбоёжик тут, остальные. Так, Эрдру тут, Нави. Нави тут, Полюшка, Вас. Вас остался только. Вас, подходи, ебашить пора. Так, рыбу тут пройдите. Вуду, топ-дон в мире. Все остановилось. Трусы.
Долейте, долейте, долейте. А может быть еще из-за этого нам не хватает время? Ну да. У нас же еще ДД есть. Не, ну просто мы же заливаем, это можно еще оставаться шедом. Которые платформы только что. Я не знаю, бешеные. Отдохни. А тут не отлетели. Ой, ладно.
Отлетели, отлетели. Это бред, нахуй. Он первый раз упал. Я тебе отвечаю. Нет, я про турбо. Он каждый раз до конца оставался. Аксономон, жмись. Отлетели все. Прожались. Адраил. Хилим его. Норм, норм. Он просто худой. А, нет. Я слепаю. Пардон. Тут нас отлетели. Отлетели, отлетели. Зачем мы его так? Отлетели все. Какого? Набивайте, чё вы? Похиль Войд. Чё добили? Что, блядь, Бегвар не упал? 66 стаков. Да? Стака. Я бы себе на Дестро... Не соглашусь, я бы на Мага забрал. И на Дестро я бы забрал. Сам бы 5. Ну, на ДЦ, типа, нонсетом, если брать. Чё? Я тут. Сейчас скажу. Так. Да, Азраил. У него 2,2, а у того 0,9. Поздравил.
А, стой, он же вылетел, как он будет лутать? Азраил вылетел. Прям в начале боя. В гипотаре сидит же. Это он в прошлый раз вылетел же. Там этот Турбо забрал шапку 226 на успех. Закинь ему ГП на успех, там 50%, да? Сейчас я ему отдам. Я с инста вышла вот тут прям у портальчика. Чего уж собирать сейчас Олимп же со статикой? Пас? Кто-то еще может пас? А, пишет заменить. Я только сейчас понял то, что 18-е это уже следующее КД. Все, всем спасибо. В Москве снег идет. Всем спокойной ночи. Ай. Войт, можно поговорить с тобой сейчас? Короче, у меня тут дилемма. Я как бы вступил в гильдию как бы на одной РТ по твоим просьбам. А я не знаю, мне друг предложил в гильдию вступить. Я сейчас думаю. Фрик Склад. Нет, я к тому, что как бы если моя помощь нужна будет, ты мне, ну, в друзья добавляй и пиши. Все. И это, ЕП мы там запиши где-нибудь. Реально. Да, если я буду. Ну, можно так. Ладно, все, если на связи. Не-не-не, не сейчас. Да я ж не могу, я ж в новичках сижу. У меня нет офицерских заметок. Не, я, конечно, могу, в принципе, именно нормальных ребят со своей гильдии в твою перекинуть, с условием того, что мне офицерку дадут. А так нет. Нет, к этому ведется все пока что. Там как, это гильдия была с X3, там сейчас людей все еще ищем с X3. Больше. Сколько?
Ну да. Ну просто я точно знаю, что у меня есть один человек, который передамажит меня. И, соответственно, твоего ДКшку, который вас, несмотря на то, что это тот же самый ФДК, только 208. Твои девочки или что-то такое там? Да. Там можно было сразу понять, потому что он хотел эту шмотку забрать, потому что она супер говяная была, и я думаю, не умеющий играть за свой класс человек, вообще не умеющий. Не знаю, я же пришел в вашу гильдию, как-то вас всех по ДПС нагнул немного, ничего не говорю. Ну, если сейчас наша гильдия SX3 соберется, именно основная, гильдию Enigma, знаешь, или Selection Bios, как-то. А, ну, если она соберется, я думаю, мы ФК испытание крестоносца возьмем и так далее. Там люди настолько заряжены, и все. В общем, ладно, на созвоне пиши, если что, так. Я пойду. Да, нет. Угу. Все, ладно, пойду я спать. Спокойной ночи. Будете ходить по КД? Это будет вообще... Давайте Ока, да, закроем сейчас. Можете суманить Ока? Суманите, блядь. Меня тут бил какой-то лок, так что я не хочу суманить. А где тут камень? Сейчас, суману.